Артистов городского духового оркестра барнаульской публике представлять не надо. Без их выступления не обходится ни один крупный праздник в столице региона. В этот уикенд музыканты планируют расширить круг и географию своих поклонников. 6 августа они поздравят Амичей с 300-летием города. Чтобы все прошло идеально, часы напролет артисты проводят на плацу, доводя до совершенства элементы выступления. Вместе с оркестром в Омске выступят барабанщицы ансамбля «Ритмы времени». Для барнаульских школьниц предложение омской администрации выступить на дне города стало полной неожиданностью. Так далеко на гастроли артистки, кажется, еще не ездили. Мы очень сильно прям волнуемся перед этим, то что Омск, нужно повести свой город, представить Барнаул. Как бы это очень ответственно. Одновременно с музыкантами на плацу отрабатывает трюки взвод почетного караула «Бьюи». Повторяют известные, изобретают новые. Между собой такого рода перемещение карабина курсанты называют «фишками». В коллективе царит дух творчества. Кто придумает новую фишку, в честь того ее и назовут. Выступление взвода почетного караула станет эффектным дополнением музыкального поздравления жителей Омска. Пошли на беспрецедентный шаг. Руководство города, они оплачивают нам и дорогу, и питание, и проживание. Я думаю, что это только потому, что уровень духового оркестра, уровень наших барабанщиц, уровень роты почетного караула, он действительно этого заслуживает. Последняя репетиция в родном городе у наших артистов сегодня вечером. И уже завтра ребята сядут в автобус до Омска. Там их будет ждать не только встреча с жителями этого сибирского города, но и с сильнейшими духовыми оркестрами страны. В рамках празднования Дня Омска в городе пройдет фестиваль духовых оркестров «Фанфары над Иртышом». Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город».